Начать запись. Всем привет, с вами Виктор. Мы продолжаем прохождение игры Enclave. Давайте продолжим ее. Нажмем продолжить. Так, Илонский аванпост. Защита аванпост. Рыцарь-охотница. Рыцарь-охотница. Рыцарь возьмем. И начнем игру. Что тут мы можем купить? Меч. Палаша. Зазубный топор. Кама. Что не идет? Показывает. Давайте возьмем вот это. Деревянный щит. Щит с шипами. Легкий арбалет. Давайте и боеприпасов. 40 болтов. Все, начнем игру. А что мы, кстати, с этими? Легкие доспехи. Ладно, давайте начнем. Защита аванпоста, чужеземья. Уничтожить чужеземцев. Ну чё, поехали! Hey you! I could use your help here! The courtyard is crowded with enemies! Я бы тоже. Все, убиты. Отличная работа, мы должны спасти этот аванпост. Нас атакуют. Так я так и понял. Ну, отойди ты, блин, дура, тоже. Так, ворота открыли. Но там еще и вторые ворота. Все, и что-то бросил туда. Валим, 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 валим. Молодец, лучница, ты его завалила. Дальше идем. Так, теперь сюда пошли. Где ты? Золотишко. Еще золотишко. Так, вот еще есть золотишко. Походу я своего прибить не могу, даже если захочу сильно. Так, еще один нужен. Себе. Спасибо за лук. Заберем. Так, и поднимаемся как раз таки. Серьезно? Так, убили. Забираем еще один мешочек золота нам в награду.
Тут он быстро умер. Так, идемте следующего валить. Где тут следующий? Все, у нас 100 мешков золота. Так, там что, кто-то прыгает? А, там... Ай, дверь не, не открывается. Все. Этим ключом мы и открыли дверь. Походу, ее кто-то снаружи запирал. Даже в меня попали. Все. Но эти предпочли спуститься, а не стрелять. Кто там? Ну, а вот эти, походу, красненькие сучки, это моя жизнь. У него тоже палаша, заметь. Кто-то там тащит. Уходи, 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 дурак. Всё, сдох. Переключаемся. Просто закончено. Можем радоваться. Ну и завершать на этом нашу миссию. You have done us a great service, нам хорошую службу. Helping in staving off these vile invaders, despite your imprisonment, мы проявили смелость и благородство. Это он вчерашний мятежник. You expect us to believe that these people are loyal to us when they won't even pay the taxes that they owe? Он даже не могут платить. Вон. За вас было отдано много жизней. Сильная воля достойна искупления, второй шанс будет дан. It is true that you have committed a crime against us. Да, вы совершили преступление против нас. Yet it seems you are willing to prove your loyalty to Selenheim. Because of this, I will offer you a proposition. У нас есть для вас задание. If you continue to serve our cause and assist us in this action, you will receive full pardons and be embraced as honored warriors henceforth. There is a merchant named Marcus in the town of Saladin. He is very important to the enclave, as he is the last merchant willing to transverse the rift and bring us supplies that are badly needed if we are to have any hope of withstanding the more frequent raids of the Dregatar. I have received word that the Dregatar have assaulted his convoys and attempted to assassinate him. He must be protected. We won't survive long without him. Долго нам без него не подержаться. Ясно. Наша задача — это помочь Марку. Но это мы сделаем с вами уже в следующей серии. Давайте на этом завершим. С вами был Виктор. Всем до встречи. Всем пока.